Привет, с вами Людмила Семененко, ваш тренер по стройному образу жизни. Выхожу с вами на связь, чтобы пожелать доброго утра, хорошего настроения, отличного стройного дня. Ой, учуяла запах стройной фишечки, и даже аппетит разыгрался. Ну, не особо, и все-таки есть такая штука, показываю. Видите, какая она? Бывает острая, бывает злая, бывает дижонская, горчица. Какой замечательный запах. Отличная приправа. В том числе для худеющих, стройнеющих. Если нет у вас проблем с желудком, с язвами, с гастритами в обострении, вы вполне можете употреблять ее в пищу, ну, в разумных пределах, конечно, в ваших бутербродах, с какими-то мясными, рыбными блюдами, как хотите. Особенно если вы фанат майонеза и никак не можете привыкнуть не есть все подряд с безумным количеством этого соуса, вам горчица, конечно же, поможет. Вы же знаете, что в состав майонеза горчица входит. Так вот, вы можете сами себе соус делать из сметаны, горчицы и небольшого количества соевого соуса. Тоже получается очень вкусно. Курочка, например, замечательно с таким соусом идет. В ней много витаминов, кстати, минеральных веществ полезных, поэтому это не просто так, не просто там, чтобы жиры расщепить или аппетит усмирить. Горчица, кстати, тоже это помогает. Вообще переваривать пищу, особенно белковую, очень хорошо помогает горчица. Поэтому белок нам очень нужен и для разгона обмена веществ, и для того, чтобы строить наше стройное красивое тело. Поэтому горчица – это вполне себе стройная фишечка дня. Пользуйтесь ею обязательно. И никогда не сидите на диетах. Будьте бодры, веселы. Под видео обязательно ставьте лайк, пользуйтесь рецептами с моего сайта и оставайтесь на связи. Всего вам доброго. Пока.